Продолжаем выпуск. Выставка, посвященная корейцам Казахстана, открылась в городе Кванджу. На ней представлены архивные фото и видеоматериалы, начиная с 30-х годов прошлого века. Посетители могут узнать о местах компактного проживания казахстанских корейцев, в основном на территории Алматинской и Кызылординской областей. Немало материалов о единственном в мире зарубежном корейском театре, который сейчас работает в Алматы, и о республиканской газете «Корей Ильбо», которая раньше называлась «Ленин Кичи». Архивные фотографии в течение 30 лет собирал известный корейвед, профессор Казну имени Аль-Фараби Герман Ким. Организатором выставки стала Ассоциация корейцев Казахстана. Кванджу сейчас находится вот большое число наших трудовых мигрантов. Это все те родители, которых работали в колхозах ведь раньше, да? И если не родители, то дедушка и бабушка, это точно. Ожидаем, что на эту выставку будут приходить как южные корейцы, которые интересуются, да, жизнью зарубежных корейцев, и так и те, которые здесь приехали на заработки. Сегодня мы показываем всему миру, что в тяжелейшие времена Казахстан проявил свои лучшие качества и показали на самом деле, вот опять же, роль Ассамблеи народа Казахстана, насколько толерантен, дружелюбен казахский народ и насколько корейцы Казахстана, благодаря дружбе, единству, сплоченности нашего народа, выжили в тяжелые и трудные времена в Казахстане.